Всем привет! Совсем недавно прошел лет черных, садовых и желтых земляных муравьев. Я взял в себе несколько маток. Я также поймал матку Тетраморем цеспитум. Я доведу семя до нескольких сотен рабочих, а потом отпущу их в природу. Еще у меня появились мадагаскарские шипящие тараканы. Они очень крупные, и их можно брать в руки. Я раздал друзьям родившихся трех джунгарских хомяков, и теперь у меня осталось всего двое.